Приветствую всех рыболовов. В данном видеообзоре я бы хотел вам рассказать о плетеном шнуре от компании Дайва, который называется Gigabijin Tsuhina Hibiki 2. Это уже второе поколение данных шнуров, которые специализируются, ну, подразделение Gigabijin специализируется на морской ловле. И, соответственно, что первое, что второе поколение именно в первую очередь предназначено для различных направлений морской ловли. Выпускается данная плетеная леска у нас в четырех диаметрах, где самым толстым является 0,4 ПЕ, а самым тонким 0,15. Конкретно у меня в пользовании был именно шнур в самом тонком диаметре в 0,15 с разрывной нагрузкой 2,8 либра. Ну и поставляется он в классической для многих шнуров версии размотки, это 150 метров. А шнур у нас имеет розовый цвет с белыми такими разделительными кусочками. Какой вообще сам по себе шнурок? Он точно понравится тем, кто не любит слишком жесткие шнуры, которые шумят в кольцах. Gigabijin достаточно мягкий, приятный и не излишне именно мягкий. То есть бывают шнуры, которые прям ворсятся из-за своей мягкости от любого контакта с каким-то абразивом, но это не продайвовский вот этот шнурок. У него с абразивом все в целом достаточно хорошо. Оно, в принципе, и должно быть так, потому что он создавался для ловли на море, ну а там абразива предостаточно. 0,15 диаметр реально очень тонкий, но, допустим, некоторые 0,2 шнуры, допустим, тот же GKG Solo Upgrade, он будет под, ну, примерно такой же по диаметру, но тоньше, чем, опять же, многие 0,2 шнуры других производителей. Точно здесь, конечно же, уже не измерить. Ну, 0,15 производителям заявлен, значит, наверное, так оно и есть. Помимо мягкости у шнура, хороший вылет, он очень гладкий. Я его использовал на весах где-то до 2,5 грамм. Если использовать с весами более тяжелыми, то уже иногда случались отстрелы. Ну, до 2,5 грамм, как по мне, разумный диапазон для данной плетенки. Единственное но, такой, скажем, небольшой минус, это в том, что шнурочек чуть-чуть плосковат. Для меня это совершенно не критично было, это не сказывалось, как по мне, на вылете, на надежности шнура, но сам факт этого есть. В процессе ловли замечаешь то, что он чуть-чуть, когда перекручивается, становится видно вот эти скрутки из-за того, что он плосковатый. Но в остальном шнурок приятный, отличный вариант для любителей сверхлегкой ловли. Приобрести данный плетеный шнур можно в интернет-магазине fmagazin.ru. Ссылку на него я оставлю в описании к видео. Также в описании вас будет ждать промокод на покупку в данном интернет-магазине. Надеюсь, данный видеообзор был вам полезен. Подписывайтесь на мой канал и до новых видеообзоров.